18 по 24 марта в Русбахе, Австрия, проходила 15-я международная школа по ядерной астрофизике. Младший научный сотрудник Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Диляра Кузина стала единственной российской участницей. Уникальность школы в том, что она собирает людей со всего мира, да, то есть были и как с Америки, с Канады, там с Японии приехали представители. Уникальность ее в том, что действительно большое сообщество собирается в таком маленьком месте, и все делятся своим опытом. Участие в школе приняли ведущие мировые ученые в области физики и астрономии. Стоит отметить, что данная школа способствовала возможной разработке международного проекта Казанского федерального университета совместно с профессором Шоном Бишопом из Технического университета Мюнхена. Хотели написать с профессором Шоном Бишопом из Технического университета Мюнхена проект на изучение границы, которая была 65 миллионов лет. Да, мы знаем, что мы все знаем, что было вымирание. Большое, то есть причины хотим изучить. То есть мы считаем, что не только геологические были причины, но и астрофизические. В соответствии со своей традицией школа собрала специалистов из различных сфер астрофизики, астрономии, космохимии и ядерной физики с целью обмена своими знаниями и опытом, а также обучением молодых ученых со всего мира. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.